Всем привет! Сегодня мы поговорим о конях богинь, а именно как перекинуть его. Ну, например, если у вас не было нужной богиньки, да, там, например, мелодиев не было, и вы, к примеру, вточили на Афину. Я, в принципе, буду показывать обратный вариант. Вот, например, вточили коня на Афине, вот, да, вот ваш конь, вот вы его вточили на Афине на 10, и вам нужно теперь его перекинуть на гармонию F. К примеру, как это сделать? То есть многие не знают, и как эти камни перекинуть, и что нужно для этого сделать. В принципе, это все не сильно уж сложно. То есть мы берем вот, открываем наши слоты. Мы берем гармонию. Сначала мы ее снимаем. Дальше мы берем эту, вот она падает в самый низ где-то. Да, вот она. Делаем распад. Да. Но при распаде она также остается с конем. То есть у нас появляется вот такая вот гармония F. Сейчас мы ее найдем. Вот. С конем, с максимальным, да. И ничего, в принципе, не вернулось. Камни не вернулись. Что для дальше мы делаем? Дальше из вот тех вот фрагментов, которые нам выпали, да, вот этих, мы собираем еще одну гармонию F. Дальше мы берем, ставим ее назад в слот. Именно, видите, вот сейчас у нас будет одна вот, которая с конем, и вторая, которая без. Вы ставите ту, которая без коня, да. Нажимаете upgrade, берете вот эту вот богиньку и назад поднимаете ее до 8 уровня. Ну, то есть у меня был 8, в принципе, вот до 8 возвращаем. Что получилось? Мы та, которая у нас была нулевая с конем, она распалась. И в итоге у нас есть вот сейчас на конь. И у нас есть, к примеру, вот эти вот камни. Да? Вот 550 камней у нас получилось. То есть мы можем сейчас их использовать, куда мы хотим. Ну, в принципе, я верну их назад. Опять же, в эту богиню. Что нужно для того, чтобы все же это произошло? То есть, чтобы сделать такую вот махинацию, минимальные условия. Богиня должна быть минимум плюс 7. Для того, чтобы можно было ее собрать новую и также проапгрейдить. Вот. Что еще? Она не должна быть, типа, бегать за вами. Если она вот бегает за вами, то есть вы включили, что она бегает за вами, вы ее не сможете пожертвовать на прокачку. То есть, соответственно, она должна быть... То есть вы отменяете все вот... Они не бегают за вами. Тогда вы ее... разбираете, создаете новую, пустую, после чего вы пустую ставите в слот и просто протачиваете. В итоге камни сами сбрасываются. Вы можете перекидывать в нужный вам проточку коня с ненужных богинь на нужных и тому подобное. Вот такой вот небольшой такой лайфхак, скажем так. Я думаю, что многим будет полезно. Немногие знали об этом. Многие, в принципе, наверное, и знали, а многие нет. Но я думаю, что все равно это будет как бы более плюсом, такой маленький лайфхак для вас. Все, всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.